Добрый день! Сегодня я вам хочу показать и рассказать про экстракт хвойный, или как по-другому еще называется в народе, экстракт жидкой хвои. Я им пользуюсь с рождения детей. Когда нам исполнился месяц, мы пошли к невропатологу на послеродовой осмотр. Она нам сказала, что у нас еще мышцы находятся в спазмах, послеродовых спазмах. И посоветовала использовать этот экстракт. Ванночки принимать через раз. То есть, если, допустим, там ребенок моется 5 раз в неделю, там, или 3 раза в неделю, там, один с экстрактом, следующая ванна без экстракта, и вот так вот чередовать. И так как у нас еще были спазмы на пальчиках ног, нам посоветовали делать массаж на всю стопочку, выписывать цифры от 1 до 9. После очередного осмотра у нас проблемы эти все исчезли. Эта вещь до сих пор используется у меня в быту, когда у меня приходят дети уставшие, замученные или сильно перевозбужденные, или эмоционально какие-нибудь, скажем так, потрясенные. Я добавляю этот экстракт в ванну вместе с морской солью или просто добавляю его, чтобы они немножко расслабились, чтобы им, скажем так, полегчало и отпустило. Вещь очень полезная. Продается в аптеках, продается даже, по-моему, в магазинах пчеловодства я покупала. То есть в нашей стране, скажем так, проблем с этим препаратом, с этим настоем нет. Вот, в принципе, все, что я вам хотела рассказать и показать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.